think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что у нас сегодня? Два раза немка, решил я записать еще видосик, потому что хочу, так как не получилось у нас из-за бага, просто тупо не получилось пройти дальше. Жесткий облом. Это просто писец. Ну я ничего не могу сделать. Это только единственная надежда на то, что разработчики это починят. Хотя в этом очень сомневаюсь, они ни хрена не делают. В общем, забрал я с календаря скины на здание, сейчас мы их прокачаем. Я надеюсь, там не хватает места, супер. И здесь не хватает, и здесь скины на героев, и тоже нам места не хватает. В общем, супер сервер, знаете, вот, если сервер классный, у тебя всегда не хватает места. Такс. Пальцы у нас, к сожалению, острова таки нету. Закончился. Добавили, кстати, вот, что долго ржал. Добавили дерево после того, как я видос записал. Они немножко попозже обновили. Добавили дерево и добавили... Ну, эту акцию я уже показывал. Блин, у нас есть три монетки. Давайте зафигачим их. Почему бы и нет? А вдруг вылетит бард? Ну да, конечно. Размечтался. А может и ремочка будет? Ого, нифига себе, 5 штук. Бля, дайте ремку, пожалуйста. Но вот мне очень на этом аккаунте нужны ремки. Блядь, не СО, короче, дают. Да задрали вы уже. Ни одной ремки на аккаунте нету. Такс. Окей, поговорили. О, отлично, еще плюхи получили. Докачиваем Махатму. Хочу попробовать пройти волны, потому что давненько не бегал. Немножко подкачал. Сейчас. Кастрированное дерево. Почему я ржал? С одной стороны, оно прикольное. С другой стороны, после выхода акции... Ну, если бы на русском сервере вот такая вот тема была, 50, это был бы огонь. Если бы на других, ну смотря какой сервер, на некоторых у меня на английском по одному, на Тайване по-моему по 20, здесь по 10 дают за роллинг. Что здесь интересного есть? Я назвал это просто кастрированное дерево, потому что на некоторых серваках есть больше возможностей получить плюхи, то есть там все 10, по-моему на Айсе или где было все 10 заполнено, и еще на каком-то сервере, ну в общем... Неважно, это дерево у нас кастрированное. 17 тысяч вроде там, может и больше. 15, 16, 17 тысяч. Стоит ли брать? На некоторых серваках, ну, если бы это был русский сервер, конечно, однозначно да, 50 вот таких вот тем, они того стоят. То есть вы получаете осколки недостающих героев. Если там есть найм, я не знаю, сегодня у нас есть найм. И сегодня найма нету. Здесь можно вытащить зефира. Дают довольно-таки часто. Ну и можно и без траты эти камни получить. Это не проблема. Но это однозначно плюс. Остальное все. Ну пыльца 40 пыльцы. Это вообще ни о чем. Учитывать надо то, что вот это будет самый последний момент. И ну не знаю. Как по мне это пустая трата. Ну с одной стороны можно да за эти монетки вытащить потом в магазине. Сумки зефира, если повезет, ну стоит ли оно того, ну и так можно собрать. В общем, каждый решает сам себе, но я бы лично не стал тратить, я бы подождал все-таки деревья и потратил под деревья там на роллинг, еще на что-то, потому что там дают пыльцу и там дают топовые итемы, и карты донатные дают, поэтому там надо ключи. В любом случае, этого пока еще здесь не было, на других серверах было, на английском вот закончилось, на русском самое трешовое. Что здесь интересного? Ну, сумка лисицы, вы отсюда получите один осколок. Не знаю, какая десятая, наверное, эмблема, или восьмая, или девятая. Ну, тоже такое, один осколок. Ну, это вообще ни о чем. Вот огник, вот единственный момент, который это вот огника можно было бы собрать. Ну, отсюда вы вообще нифига толком тоже не получите. Вот все, закончилось у нас три. Что с этих? Ну, архидемон, это чисто для донатов.
100к кулаков, как вариант, да, камешки, опять же, эмблемка и книжки. То есть такой вариант. Опять же, 600 и следующее с увеличением на 300. В итоге, ну, где-то 15к. Ну, я назвал это кастрированным, потому что, по сути, здесь со всех плюх, вот, которые я выбрал, самые такие нужные, это монетки и камешки, из которых можно будет при возможности, если повезет, собрать зефира, но это очень редко кому везет. То есть это 5 попыток. Монетки, ну не знаю, 17к за 10 монеток. Вот единственный вариант, это вот здесь у многих есть охники. Вот скин на охника, это очень отличная тема была бы. Но опять же, до него дойти вам надо будет 1015 потратить. Но у кого есть уже там большинство героев, и кто не нуждается там в плюхах, на этом сервере таких ребят дофига. В принципе, такой вариант неплохой. Вот, поэтому я это дерево назвал кастрированным, потому что, ну, не все попытки. Это точно так же, как у нас на английском продолжительное время было «собери пак». И плюшки, честно говоря, говняные немножко. Такс, что у нас сегодня? Надо забрать халяву. Это я вечно забываю. Она все копится, а потом до определенного лимита. Так, что у нас тут? Ничего, мы хотели пооткрывать и зафармить хочу. Можно было бы, в принципе, их не продавать. Вот смотрите, сколько у меня уже ресурсов накопилось. По чуть-чуть, я просто здесь нифига не трачу, я только как Плюшкин получаю, в принципе. Так, нафига мне открывать их? Сейчас продадим. Скины пооткрываем. Еще хочу посмотреть. Бля, что-то я там продал. Короче, я что-то продал. Ладно, хрен с ним. Карты, по-моему, продал. Ну, то не страшно. Или перк. Короче, что-то я продал. Я уже потом посмотрю и вижу. Так всегда бывают спешки. Так, окей, поехали посмотрим, что там мы получили за скины. Вот это вот скины на здание. Причем на халяву, ребята. Вот это вот я получил с этого, с календаря. То есть, ну, по сути, вы видите, что мы сейчас по-любому докачаем большинство зданий, которые у меня есть, либо которых у меня нету. Конечно, тоже неохота силу поднимать, но это офигенная прибавка, я считаю. И тем более, если мы хотим дальше фармить, однозначно надо качать. Так, ну некоторые у меня уже есть. Вот новый. Это есть. Это тоже было. Вот новое на башенке. Видите, большинство здесь уже было. Ой, на таблеточки докачаем. Таблетки тоже важная тема. Нормальные силы подняли. Так. А этих не хватило, что ли? Они четвертый, пятый. А вот этих. Вот этих вот не хватило, походу, 50. Ладно, не столь важно. 59.036. А что там у нас следующий титул? 60. В принципе, там ничего по сути не меняется. Окей, поехали. Я как обычно хочу. Я не помню, на какой я волне там застрял. Так, у меня есть водушки. Так, но сюда мы нифига не втыкнем, кроме седьмой. Я не знаю, седьмая водушка есть, нет. Седьмой нету. Я думаю, нас тут сливать такую розу не будут. Конечно, неплохо было бы под такое дело прокачать уже Афинку. Ну да ладно. Так, ставим ворожея воодушевление. Ну хорошо, когда есть воодушки, это тоже, знаете, неплохо. Но хотелось бы хоть пару ремок уже на аккаунт. Так, наш стрелок остается таким же. Махатма с этой стороны будет. Анубиса я-то, кстати, не качал.
надо будет его тоже роза с этой стороны. Ну, вроде все, ПБшка у нас еще, да, остался. Я думаю, ПБшку можно оставить. Он, в принципе, процентуальный дамаг наносит, но я думаю, он сольется здесь очень быстро. Все, поехали. Посмотрим, что там мы... О, волна Q. Ну, здравствуйте, волны называется. Смотра у меня нету. Ну, в принципе, я думаю, мы без смотра затащим ворожей. Будет давать отхилы. Самое главное, чтобы атланты не повключались. Стрелок есть. Причем стрелок нормально будет тащить. Не знаю, посмотрим сейчас, сколько мы волн сможем пройти. Самому стало интересно. Розочка тащит. Ну, процентуальный дамаг — это реально тема классная. Так, я не помню, с каких там волн начинаются уже даваться плюхи за прохождение. По-моему, с двойных, с АА, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. РСТ. С и Т я тоже думаю, мы должны пройти, хотя кто его знает. Была бы, конечно, Фрея, это было бы все изи. Но Фрей на этом аккаунте — это самый, наверное, сейчас нужный герой здесь. Я уже кучу третьих карт пооткрывал, нифига не вылетает. Так, отлично. Волна С. Да, короче, куча, блин, обидно, что я не смогу собрать быстрее, чем хотел эту Мэри. Видите, западло, блин, прокачали, такое западло просто, просто бешеное. Надо будет Рози качнуть. Потом тоже просветик поднять. Чтобы ладушка на ней сразу включалась, сразу дамажила. Кстати, можем параллельно сразу. 96-й, по-моему, нужен. Если я не ошибаюсь. Подземки тоже здесь, кстати, надо проходить, потому что, ну, это чисто нулевой аккаунт. Вот это вот максимум, что я начал фармить здесь, это волны и запределье. В основном все локации я здесь не фармлю. То есть это чисто аккаунт такой, зашел, посмотрел в акции и вышел. Все. То есть все, что здесь есть, это чисто накопленное с акций, без всякого игрового процесса. Если же играть, то я не знаю, то тысяч, наверное, 200-300 сил бы уже за это время было. Ой-ой-ой-ой-ой, разбили здание. Волна Т посложнее будет, нежели я думал. Ну, пробуем. Да, розу надо воодушку прокачать. Поставить эмблемкой. Это мы на Т4, по-моему, слились. Ну, может, сейчас более удачный заходик будет. Главное, чтобы здание... У нас зданий не особо много, поэтому из-за этого мы и сливаемся так быстро. Так, ну, вроде удачный заход. Да, мессу должны затащить. Смотрите, что роза делает. Ну, просто красавица. А с драконами сейчас, наверное, будет у нас напряг, да. Они-то бьют хорошенько. Ну, пробуем. Либо на крайний вариант немножко расставить героев, по центру поставить ворожая на таблетки. Да, видите, тут даже на Т2. А если они не кучно будут... О, пошло бабло. Начался, ребята, фарм. Да, сюда либо бы Фрейку с воодушкой, она бы их отвлекла. Без проблем можно было бы пройти. Ну, в принципе, я думаю, таким составом можно. Просто надо удачный заход сейчас словить. Как обычно, знаете, они заходят не там, где надо.
Так, ну сейчас вроде отлично. Главное, чтобы драконы правильно потом зашли. Ворожей с водушкой тащит. Так, но драконы зашли не совсем правильно. Как обычно. Что, ну давайте еще пару попыток попробуем. Ну, потом я буду просто поиграюсь с таблетками, думаю. Думаю, возможно, скоро мы доберемся до двойных волн. Ну, в принципе, если героям начать эволюционировать, то это без проблем все проходится. Герои, в принципе, как видите, держатся. Единственное, что нам надо, чтобы здания еще выдержали этот момент. Да, процентуальщики, конечно, ПБшка и Роза реально тащат. Ой-ой-ой-ой, хороший заходик. Отлично. Ну все, волна Т пройдена. Драконы упали. Видите, герои с ворожаем. Вот что значит ворожай. Вот мы добрались до волн АА. У нас даже какой-то там пак высветило. Стрелок тоже кайфовая тема. Причем герои у меня без эволюции. Просто там 140-е, 160-е левела некоторые. А тут здание у нас уже шатают. Тут уже Атлант. Тут уже Атлант имба. В общем, вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.